Привет, с вами Андрей. Сегодня я готовлю Club Sandwich. Далее в видео я вам покажу отличную альтернативу для новогоднего стола. Идеальные тосты. Для начала обжариваем куриное филе. Добавляем немного специй для курицы. Обжариваем до слегка золотистой корочки. После курицы обжариваем бекон. После бекона готовим одно яйцо. Желток надо нам взбить. Яйцо обжариваем с двух сторон. После яйца обжариваем 3 кусочка тостерного хлеба. Теперь у нас все готово. Переходим к сборке сэндвича. Берем один кусочек тостерного хлеба. Выкладываем салат. Можете брать любой салат. Сверху мы выкладываем помидоры. Далее лук. Потом соленые огурцы. Курицу. Поверх мы выкладываем второй кусочек тостерного хлеба. Наше яйцо. Далее еще два помидора. Лук. И бекон. Далее следующий кусок хлеба. И наш восхитительный сэндвич готов. Если вы хотите сделать новогодние тосты, для этого прижимаем сэндвич и вставляем зубочистки. Одну сюда, другую сюда, третью сюда и четвертую сюда. С каждой стороны. Далее берем слайсер, либо нож для хлеба. И делаем надрезы. Режем, идем. Вот такой у нас получается в разрезе. Далее берем каждую часть. И еще раз разрезаем. И у нас получаются вот такие вот восхитительные тосты к новогоднему столу. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому нет, пальцы вниз. Оставляйте комментарии. С вами был Андрей. Пока-пока.